Всем здорово. А это у нас изи-катка, блядь, в ПТ-режиме. Ну, блядь, чаще бы вот встречались такие вот бои с такой хорошей командой. С такими, блядь, хуёвыми врагами или противниками, хейтерами. Кто как их называет. Ну, катка получилась просто на славу. Вот ко мне подъезжает еще один тут в ПТ-режиме. Весь такой, блядь. Опа, блядь. Так, сразу прописываем бульдогу, блядь. Нихуёво на 722. Я такой, блядь, он вообще... Иисусу 52, он охотник, блядь. Он просто охотник, блядь. Шик-шик-шик-шик-шик, оп. Сидичи там ползает, говорит, блядь, не надо меня только, блядь, пиздить, нахуй, блядь, ногами в живот. Ногами... Тихо-тихо-тихо-тихо, блядь, я говорю, стоям, бай, ёпта. Едет-едет-едет. Опа, блядь, на 761 еще разочек. Это вот тот момент, когда, блядь, каждый выстрел просто незабываемый. Каждый выстрел, прям, блядь, как минута счастья, блядь, пиздец. Не часто такие катки встречаются. Блядь, в основном какие-то, блядь, грибососы, нахуй, получают пизды. Либо на правом, либо на левом фланге. И тебе остается что, блядь, только ебашиться одному. Один за всех и все за одного, как в Д'Артаньяне. А тут все потихонечку, тут каждый для себя Д'Артаньян, каждый, блядь, каждый Портос, тут каждый для себя Арамис, блядь, все нормально, блядь. О, Бачат едет, едет. О, сука, немножечко я опоздал с выстрелом. Бачат ломанулся там, все погнал. Говорит, я сейчас, бля, 49-го разберу, блядь. Как будто там есть что разбирать. Вот на нахуй, просто. Просто изи, бля, ударчик. Блядь, в бочину нахуй. Или хуй его знает, куда я ему там переебал. Так, отлично, с батом разобрались. Тот момент, как... Это вот, блядь, тот бой, когда здесь, блядь, каждый из союзников Д'Артаньян. А каждый, блядь, из врагов... Констанция. Вот это вот оно самое, вот это то, блядь. Когда, блядь, мы, Д'Артаньяны, блядь, сука. Имеем девку нормально. А он еще ползут две девки. Симпотные. Одна Т-34, вторая Е-соточка. Ух ты, ух ты, ух ты, загусленный такой встал. А мы метимся. Опачки, блядь. Заебись. Вообще ништяк. Вообще норм. Там помимо Констанции еще и Миледи, блядь, ползла. А, блядь, а здесь у нас еще... Опа, еще на 809 Т-34 огрел. Ну, просто изи. Вот такие вот каточки, блядь, просто радуют. Они поднимают дух. Сразу хочется, блядь, играть, играть. Хочется побеждать, ездить, блядь, разговаривать со своими союзниками, блядь. А, пацаны, нормально все, блядь, вы пиздатые парни, блядь. Ну, это очень редко. Редко, редко, но метко. Не, бывает, конечно. А так в основном, блядь, пиздец, жопу рвешь. Ну, вот такая катка. Всем спасибо, всем пока.